Ну вообще зашибись. Народ. Народ, что такие кислые? Давайте. Это блюз, детка. Ништяк. Ништяк. Солдат. Ящики вон я вижу, да? Ема! Вот это ништяк! Оп! Бляха, бляха! Ни хрена себе! Вот это я появился! Ёпта, оружие заклинило! Что за... Твою мать, они еще разбежались. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем искать попутный ветер в игре Тень Чернобыля в Сталкере. Вот, сегодня у нас... Чувак, сделай паузу, пожалуйста. Слушай Твикса, а? Я все-таки разговариваю. Я все-таки разговариваю. Ладно. Сегодня у нас, короче, по планам, короче, отправиться обратно. Чего я сказал? Отправиться к Сидоровичу. Вот. Отправиться к Сидоровичу, забрать награду. За выполненное одно задание, короче, второе нам не попасть, нас не пускает долг. Вот, взять спецзадание у торговца, и если у него есть гром или гроза, как она здесь называется, то ее купить, приобрести. Вот, в комментах, значит, вы сказали, что артефакты сейчас будет музыка. Нужно как-то, короче, сопоставлять так, чтобы... плюсы покрывали минусы, короче. Вот. Ни хрена себе. Вот это рубит. Чувак, да круто. Вообще зашибись. Народ. Народ, что такие кислые? Давайте. Это блюз, детка. Ништяк. Ништяк. Солдата, вечность впереди. Ништяк. Ты её со старостью не путай. Ништяк, чувак. Кукушка? Хреново тут. А, слушай, а это, спросить не у кого. Кукушку знаешь? Соя, кукушку знаешь, не? Он знает кукушку? Ты знаешь кукушку? Чувак, он знает кукушку? Окей, ладно. Отправляемся, вот. По артефактам. Вот, чтобы плюсы, короче, они закрывали минусы. А теперь музыкальная пауза. Вот. Так. Здесь вот радиация плюс, блин. Радиацию мы вообще, наверное, трогать. Где плюс радиация, мы трогать не будем, потому что нахрен его. Хотя здесь видишь, плюс 2 пулестойкость, короче. Вот. Тут, в принципе, можно добавить вот этот вот. Тут плюс 600 здоровья. Но у нас удар, разрыв, пулестойкость. Короче, минус 10. Давай попробуем. Просто попробуем. Хотя, смотри, у меня, видишь, да? У меня все равно, я что-то... Я в плюсе все равно, в каком-то плюсе я есть. Ну, давай вот так вот попробуем. Попробуем. Вот. Так, куда мне идти? Отлично. Короче, мы берем спецзадание у Сидоровича, и сначала, изначально, короче, мы не будем выполнять его. Вот. Мы пойдем искать тайники, короче. Попробуем наживиться на чем-нибудь. Накопить припасиков. Вот. Соберем тайнички. Возможно, отправимся обратно к Сидоровичу. Там все, что... Тихо, тихо, тихо. Не успел, блин, отойти. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь. Братки, выручайте, беспредел творится. Бандиты охренели. Да? Блин, да есть кто-нибудь рядом.
Бляха. Надо помочь. Надо помочь в любом случае. Это откуда? Это отсюда? Опа. Опа, что я вижу? Блин, я опять выдохся. Я перегружен, поэтому я быстро выдыхаюсь, короче. Так, заберу. Надо помочь. Наверное, здесь, да? Блин, я выдохся, чувак. Мужик, сюда! Аптечку? Ну, на, держи аптечку. Для своих не жалко. Тебе хана, вылазь, падла! А как я его? Отлично, да? Отлично. Ништяк. Батька пришел. Батька пришел и всех вынес просто. Ништяк, да? Все? Ну, куда-то бежит. Значит, не все. Так, окей, забираем добро. Добрецо. Так, хорошо. Хорошо, F5. Так. Слинял собака. Надо искать. Надо искать. Нужно найти. Пацаны. Наверное, все, да? Молодцы, мужики. Мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди. Бляха. Сюда, пистолет собрал. Нафиг он мне нужен. Окей. Так, ну сделали доброе дело по пути. Здесь что-то у нас. Опа. Ништячок. Зачем мне костюм? А, я его одел. Зачем? Я хотел его выкинуть. Выбросить. Нафиг он мне нужен. Или хотя, погоди. Погоди. Так, этот я могу за 3 косаря продать, этот за 1000. Давай вот этот выбросим. Всё. Хорошо. Так, здесь что у нас есть? Пустая коробка. Пустая коробочка. Так. Угу. Припасики забираем. Пригодятся. Гранаты. Напоминаю, что мы играем, да, это в по принципу 5. Мы придем к Сидоровичу. Да, разби. В смысле? А что не разбивается? Или он разбитый ящик уже? Не хочет. Хорошо, так, граната. Вот здесь по-любому какие-то вкусняшки. О, да, детка. Так, хорош. Ладно. Кто меня хотел видеть? Эх, черти, кто из вас меня хотел видеть? Ты? Денис Медведь одиночка. Или не ты? Нет, не ты. Кто меня хотел видеть? Ты? Спасибо, что помог. Было жарко. Ты вообще откуда нарисовался? Я ищу информацию о стрелке. Может, ты что-нибудь знаешь? Хорошо, учитывая твою почти безвозмездную помощь, слушай, меня будет ждать один из ребят, бывший диггер. Кротом кличут. Он рассказал... А, он раскопал нычку стрелка и вытащил на свет божий один документ, который нам на многие проливает свет. Но так как у него на хвосте бандюки сидели, то он их не взял с собой, просто место запомнил. А так как меня теперь стерегут, то я пока уйду в подполье. Вот тебе координаты места встречи с ними и скажи ему, что ты от меня. Я тебе какие материалы на КПК закачаю. Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь. Ни хрена себе, 2,5 ништяпули. Окей, так,
информацию о стрелке. Он, короче, мне дал. Нифига себе. Я тут так вот просто шел, короче, да? Просто шел по своим делам и наткнулся, короче, и узнал какую-то информацию о стрелке. Прикольно. Так, что можешь интересного рассказать? Сейчас многие мусорщики подались. Раньше в кучах вообще не смотрели. Радиация такая, что яйца тебе за полчаса вкрутую сварят. А теперь, как с хабаром стало туго, завернуться в защиту химии примут и ничего искать. И ничего искать лезут. Там много всякой всячины попадается, хотя и мелочевка в основном. Окей. Так, у него аптечка. Может, что-нибудь продать ему? На тебе. Куличиков. Все, ништяк. Так, он мне закачал какую-то. Уже убрал? Да, слышь, я свой. На плечо, мужик. Я свой, слышь. Так, он мне дал какие-то там. За неделю подошве гоплык. Первое впечатление мертвого сталкера. В смысле? Какую-то информацию, говорит, мне закачал, короче, но что-то я не вижу ни черта. Странно. Странно. Так, получить информацию о стрелке. Окей. Ух ты, как далеко идти. Ладно. Пока это отложим. У нас своя миссия пока. Опа. Ребят, я заберу, да, у вас ничего? Ничего накопите. Своя миссия, короче, к Сидоровичу. Ну, слушай. Гадюка неплоха. Гадюка неплоха. Валит, в принципе, на ура пока что. По крайней мере, бандюганов она валит. Неплохо. Не знаю, как по времени. Как мы успеем дойти, не успеем, короче. Ну, до Сидоровича дойти успеем, а вот тайники... Так, это я тоже заберу. Хорошо. А вот тайники... Посмотрим по времени. Возможно, начнем обыскивать тайники, но все мы за сегодня не успеем. Ибо, короче, бежать я... Ёпта! Тихо там. Бляха. Надо спрятаться куда? Вон, за автобус. Нифига их там, посмотри. Да ты умирать-то будешь, нет? Нифига их там. Просто целый улей, короче. Бандюганов. Блин, надо, я не знаю, надо как-то поближе подобраться, потому что на дальнее расстояние гадюка, блин. Гадюка не так хороша. Бежать-то я толком нормально не могу. Или попробовать просто обойти мимо, не тратиться на них. Так, хорошо, минус один. Ну-ка, давай-ка, опа. За трактор, хорошо. Ну-ка, давай-ка я попробую. Сейчас вот этого загандошу. Готов, хорошо. Так. А, не убил. Я его ранил, но не убил. А то того убил, да? Окей. Бляха, сохранился. Прям под пулями. Так. Блюдок, а? Да умри ты уже, но... Задрал. Все патроны, короче, истратил на него. Так, окей, ладно. Валим.
Все равно будем мимо проходить еще не раз, наверное, и соберем то, что там наколотили. У нас сейчас главная задача — дойти до Сидоровича, добраться. Так, там свалка. Окей. Угу. Ага, свои. Хорошо. А, погоди. А, в комментах вы еще сказали, что он ту вышку, на нее не залезть, но нужно, короче, сломать ящики, которые, я так понял, наверху. Это и есть тот тайничок, про который вы говорили. Вот. Ящики вон, я вижу, да? Ема! Вот это ништяк! Вот это нихера себе! Вот это патронов жесть! Так, вы слишком перегружены, не можете двигаться. Ёпта. Выбросить костюм, короче. Охренеть! Нифига себе патронов! Давай-ка я это сейчас все соберу, а потом, короче, я не знаю, что-то надо будет повыкидывать. Что-то нужно повыкидывать, чтобы... Я не знаю, что мне не... Блин, столько всего. Погоди, откуда вот это у меня? Я ж тебя выкинул. А-а-а! Что ж такое выбросить, блин? Ох ты, боже ты мой. Столько всего. Артефакты, блин, жалко выкидывать. Артефакты очень жалко выкидывать. Что мне не нужно? Блин, так... Вот меня бесит вот эти выборы, короче. Здесь можно как-то увеличивать, не знаю, грузоподъемность? Есть какой-нибудь артефакт, который повышает грузоподъемность? Тушенка, вот это все. Это все жалко, так жалко выкидывать. Артефакты я хотел продать. Так, ладно. Давай-ка. Блин, они все по 1000, смотри, все по косарю. Давай-ка. Если я сделаю так. Ладно. Сделаем по-другому, короче, пока что. Так, выбросить. Да ёпта. Выбросить, ладно. А, выбрасываем, короче, пока все. Так, выбросить все. Выбросить все. Выбросить все. Хорошо. Чуваки, я вас займу тут коробочку. Оп, смотри. Так, это все выкладываем, это все выкладываем, это. Вот это все выкладываем. Окей. Так. Ништяк. Окей. Тогда, значит, давай-ка мы сделаем... Не. Это мы заберем. Давайте сделаем так. 5. Так. 5. Ништяк. Так, патроны вот эти у меня этого автомата пока нет. Сюда. Ну и в принципе нормуль. В принципе нормуль. Так, это я забираю. Да? Да. Ни хрена. Это я все забираю. Так. Сейчас мы тоже так же повыкладываем все. Так. Патрончики, патрончики. Нифига тут приволь. Охрененно, спасибо, друзья, за подсказку. Опа, колбаса. За подсказку. Нехило так. Погоди со своим оружием, короче. Так,
5. Все, у меня всего по 5, короче. Оставляем пока это все здесь. Я надеюсь, это никуда не денется. Вот. Да я пошел. Да все, все, я пошел. Отстаньте. Отстаньте, я пошел. Кровь, да такая. Как будто, как реально. Как реальная. Вот это уже ништяк. Вот это уже хорошо. Это мне уже нравится. Я перегружен, да? Да, на чуть-чуть я перегружен. Бежать я долго не смогу. Так что идем спокойненько. Силы не тратим, идем спокойно. Ну да, я так предполагаю, короче, что мы с вами, в принципе, только дойдем до Сидоровича, вот. Оп! Бляха, бляха, ни хрена себе! Вот тут я появился. Ёпта, оружие заклинило! Что за... Твою мать, они еще разбежались. Жесть, что за бред? Я появился просто прям перед этими, блин. Прям перед бадюганами. Как так-то? Зачем так делать-то? Это же не японский ужастик или... О, их там целое... Ты видал там их целое... Бандюгани тени. Их там целый километр. Бляха, оружие заклинило. Ну, давай, вылазь. Блюдок. Да, блин, самые крутые, что ли, типа. Так, это я заберу все. Хитрожопные самые, что ли. Просто появился нормально. Это же, типа, это же не японский там ужастик или что-то, где... Юмор такой должен быть. Так, у меня здесь автомат. Бляха. Да, у меня здесь автомат, короче. Так, патроны я сейчас... Ага! Патроны я сейчас, короче, уберу. Да. Убрал патроны. Возможно... Возможно. Что когда сюда вот пойдем уже по заданию, да? Какому-нибудь. Ну, короче, будем когда проходить здесь, то... Возможно, заберем. Короче, нычки делаем просто. Просто делаем нычки. Главное не запутаться и не забыть, где нычка находится. Так, хорошо. Ружьишко. Опа, у меня не заряжен. Эй, пес. Был пес, нет пёса. Так, ты кто? А, свои. Свои! Так, псы. Прошу прощения. Псы не нападают. Вот этот мне не понравился. Я его убил. Окей. Так, надо перезарядить. Но это уже родные края, да? Родные края, это мы уже видели много раз, вот эту вот местность. Здесь мы уже знаем. Но, в принципе, как бы не это... Не исследовали как бы так вот тщательно. Но эту местность мы знаем. Так, чувак, эй!
Что-нибудь интересное расскажешь? Эй, здорово. Мужик, давай, если разговаривать, то по-свойски. Без... А, ну давай. Оружие убрал. Слушай, сюда увидишь туннель, не ходи в него. Говорю сразу, а то на не каждому ума хватает в самую жопу не лезть. Тебя туда даже не вынесут потом. Кусочками на стенах останешься. Это уже зона, понял? Ну, окей. Что нового можешь рассказать? Артём Бурбон. Да ладно. Это типа отсылка, короче, к этому, что ли? К метро? Артём Бурбон. А чем тут нового быть... А чего тут нового быть может? Это же, считай, детский сад и ясельки. Правда, если не поболтаешься тут за 5 минут, в зоне накроешься. Вот так. А умный всегда пообтешится, а потом уже к черту на рога лезет. Тем более снаряга или оружием здесь разжиться можно, не вопрос. Все разживаются. Окей. Ух ты, 5 косарей, нифига себе. 5 косарей. А, я могу ему продать, кстати, что-нибудь. Чтоб... Так, давай вот этот вот продадим. Да, 3250, в принципе, неплохая цена, меня это устраивает. Вот. Так. 4. Ну и можно, наверное, что там еще? А, ну, в принципе, все, да? Держи. Держи, чувачок. О, 22 косаря, зашибись. Все, с тобой хорошо иметь дело. Идем дальше. И у меня журнал. Что там в журнале? Так, и у меня с вами... А, ну, как раз полтос, короче, килограмм. Так, кто с кем там воюет? Отдыхать не будем пока. Надо срочно добраться до Сидоровича. Это, наверное, там воюют, да? Кто? Кто это? 5 поросята, что ли? Не, а свиньи это плоть, мы тогда читали, да? Мы их еще не видели. А кабаны это кабаны. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ну. Ты так считаешь? Ты так думаешь? Ай! В ухо прилетело. Так, окей. Пускай они там сражаются сами. Это я, да, здесь побывал? Ага. Да, я помню, этого... Кабанюху этого убили здесь. Там что-то воюют, там воюют, везде что-то воюют, короче, что-то не могут поделить все. Хорош там уже стрелять-то, я уже ушел. Что-то все делят, что-то все делят. Братцы, давайте жить дружно. Как говорил знаменитый философ Кот Леопольд. Блин, мне бы отдохнуть немножко. Вот тут вот так вот под кусточком присядем. Все, хорош. Пока, нормуль. Нам, в принципе, осталось только дойти через мост. И будет все ништяк. Здесь, наверное, в этом месте ничего нового не появляется. Вот труп как лежал, так и лежит. Трупы... животных, которых я убил. Ну, в принципе, можно уже оружие убрать. Я на месте. Это военные, да, передают там, по радио. Че, здорово, как сам? О, на гитарке уже играет. Нифига, 11 человек здесь у нас.
в лагере. Чувак, я у Долговцева одного такой трек слышал, вообще крутяк, просто заводнющий. Оружие убрал. Ну, то-то же. То-то же! Кстати, вот здесь, смотри, тайник тоже есть какой-то уже. Уже, прям здесь. Так, ну вот мы и дошли. Вот мы и добрались. Здорово. Здорово, Сидорович. Так, что мы можем выложить? Бинт один выложим. Батон один выложим, так, гранаты также выложим. Все, остального у меня по 5. Так, артефакты я эти все продам. Наверное. По поводу задания. Так, косарь. Гранату он мне дал. Уничтожение лагеря, окей. Так, ладно, то пока до встречи. Гранату я выкладываю. Еще тут псевдособаки хвост. Окей, зима скоро, а что зимой там на большой земле? Бабы носить любят, правильно. Меха носить они любят. Вот и пошла мода новая. Из хвостов псевдо-собак, аксессуары всякие делать. Шерсть там какая-то особенная. Короче, заказ на такой хвост. Возьмешься? Да, берусь. У меня есть, короче, хвост псевдо-собаки. На, держим. 1,5 косаря. Патроны, дротик какой-то. Добыть части тела монстра. Окей. Медуза. Медуза у меня тоже есть. Так что давай. Мне тут один человек с большой земли сказал медузу. А, заказал медузу. Работа не пыльная, деньги небольшие, зато обернешься быстро, соглашайся. Так, хорошо, я по поводу задания. Вот тебе медуза. Водка казак, хорошо. Каменный цветок, каменный цветок, каменный цветок. У меня есть каменный цветок, погоди. Ломать мясо, кровь камня, гравий, выверт, медуза. Ага. А куда у меня делся мой? Погоди. Я что-то не понял. Куда у меня делся мой этот? Вот так вот. Так. У меня нет, да, этого цветок камня. Я, наверное, продал его, да? Или кровь камня, это и есть каменный цветок, нет? Так, убить торгового представителя. Ну ладно, пока не будем, короче, отказываться от этого задания. Окей, Сидорович. Да где ж твоя гроза-то? Блин, она была, и тут ее нет теперь. Что за дичь-то? Почему так? Почему так, Сидорович? Так, ладно, на, держи это все. На, держи. И вот это. И вот это. Так. Один ломать мясо мы оставляем, потому что он у меня, да? Получается так. Окей, я это все продам. 7 косарей. Неплохо. Хороший товар. Пипец. Просто пипец. Нет у него грозы. Один раз что-то появилось и все. Молодец. Я доволен. А я нет. Где? Где гроза? Вон. Я вижу у тебя пушку, короче. Дай мне пушку. Дай мне какую-нибудь пушку. Можно я что-нибудь спрошу? Беру у тебя. Спизжу. Окей. Ладно, давай. Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка. Так ведь? Ну, допустим. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронутые. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам?
Чё-то он какой-то мутный, нет, Сидорович? Такой, чё-то не договаривает, смотри. Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Типа с этими, с вояками, что ли, воевать? Блин, это жестко будет. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре Сторинге. Координаты я тебе скину. Все ясно. Во! Понял, понял. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Гроза мне нужна, гроза! У меня водка есть, антирад у меня есть. Так, погоди. Мне нужно какие вопросы... Спрашиваю, только я ведь всего не знаю, сам понимаешь, сижу тут целыми днями, а жизнь она все там, снаружи, в зоне. Могу рассказать о зоне вообще, а немного могу о ближайших окрестностях, где сам ходил. Спрашивай. Это, наверное, мы уже нет? Спрашивали еще? Что со мной случилось? Ну, брат спросил, темно это дело, понимаешь. Нашли тебя в грузовике смерти, есть такие труповозки, что ли. Время от времени из центра зоны появляются телами нагруженные. Куда... Это мы читали, наверное, да? Наверное, читали, потому что я помню это. Так. Не появилась гроза? Бляха. Что за бодягу ты мне приволок? Окей. Ну что? Здесь у нас все по 5. Все мы взяли. Так, водочку надо сбросить. Окей. Все ништяк. Все ништяк. Теперь пойдем, короче, давайте полутаем тайнички. У нас же неограниченное время, да? Пробраться на железную, за железнодорожную насыпь. Встреча с провожатым? Еще какой-то провожатый, что ли, будет? Это спецзадание, понимаю, да? Ага. Окей. Так, оно вроде как по времени нет. Информацию у крота, короче. Ага. Выкрасть документы у военных. Ага. Найти стрелка, понятно. 6 часов. Я думаю, мы не успеем это задание выполнить. Ну ладно, пойдем по тайникам, начнем тайнички обыскивать. Вот. Начнем обыскивать тайнички, короче. Кто храпит? Прикинь, никого нет, а кто-то храпит. Бычок храпит. Так, это наверху, наверное, да? Тайник у нас наверху. Окей. Все, музыкальная пауза. А, где-то здесь, наверное. Чувак, там. Опа, он друг, да? Толик, там кровати до хера. А ты тут, под дождем мокнешь. Делать нехер, что ли? О-о-о, ништяк. Аптечки пригодятся. Так, у нас есть собственный тайник. Это у Сидоровича и на свалке. Запомним, да? Тот на вышке я не считаю, потому что там, в принципе, ничего нет. Так-то, автомат только.
Окей, давай посмотрим, где у нас есть дальше тайник. Да что так медленно-то опускаешься? Так, ближайший тайник. Ближайший тайник вот здесь. Жалко, что нельзя точку поставить. Рюкзак возле деревни. Окей. Пойдем туда. Немножко наживимся, короче. И пойдем по спецзаданию. Бляха, воевать с военными — это будет жестко. Это, конечно, будет жестко. Так, гадюку тратим на людей, короче, да. А ружье будем тратить на всякую дичь, которая здесь бегает. Тихо. Блин, столько аномалий здесь. Опа, кто хрюкнул? Иди отсюда. Ёпте. А, они все попались. Смотри, они все попались в основном на этот. На аномалии. А, еще один. Уйди отсюда. Рокстеди, или как тебя? Нет, не Рокстеди. Как второго там зовут? Бибоп. Бибоп, иди отсюда. Еще придумал-то. Так, здесь где рюкзак-то? Рюкзак. А! Пекаль. Пи, нафиг он нужен. Так, я пекаль, короче, возьму, чтобы исчезло. И его, наверное, вот здесь сброшу. Чтобы исчезло с карты, короче, тайник, чтобы он меня не сбивал. Убежал кабан этот? Окей. Так, дальше, что у нас тут? Возле лагеря бандитов под крестом я спрятал хабар. Окей. Он как раз вот сейчас пойдем, наверное, вот здесь у костерка сядем и, наверное, закончим. Потому что время уже подходит. И вот так по порядочку пойдем, короче, искать пока тайнички. А потом уже... Псина сутулая. Камон, баби! Камон, баби! Хромай потихонечку от седа. Псина. Окей. Не на Таро нарвались. Я сталкер, мать его. Я сталкер, мать вашу. Меня так просто не возьмешь. Я тебя смотрел? Ой, тушенка. Хорошо. Хорошо. Жалко, нельзя на этих, на транспорте ездить. Было бы прикольно на транспорте. Знаешь, на буханочке такой погнал. В буханку загружаешь весь хабар, короче, просто. Потом продаешь. Вообще шикарная жизнь была бы. Это тот, у которого мы продали. Ты куда побежал? Это тот, которому мы продали, наверное, да? Артефакты. Ты? Слышь? Свой я, свой. Серега, дезертир. Дезертир. Дезертир — это нехорошо. Дезертировать нехорошо. Так, что здесь? Что здесь творится? Что это такое светится? Что здесь творится у нас? Я когда мимо проходил, здесь стреляли. Вон, что-то там. Кипишуют. Опа. Погоди. Ты где? Нифига он там
Прилег, а. Че, все, один был? Все, успокоились, да? Хорошо. Я, как всегда, вовремя пришел и помог. Без меня они хрен бы что сделали. Нифига они тут нарубили, ты смотри. Жесть. Разложили такие у костра. А чё они ничего не берут, короче? Или у них все навалом? У этих, у сталкеров-то. В кого ты там стреляешь-то все? Уйди. Покажи мне. На тебя лекарство. А, собака. Хера ты жестокий. Хера ты жестокий. Подошел такой, на тебе лекарство. Боевичков насмотрелся, что ли? Не? На тебе лекарство. Хера он такой просто. Как в супер боевиках, знаешь, там, 90-х. На тебе лекарство. Это что, кто сказал? Ты? Слышь, браток, помоги. На, держи. Да не ной. Царапина заныл сразу. Нифига вы живодеры, просто чувака жарите нахер. Шашлычок под гитарку. Отлично. Окей, друзья. Давайте на этом закончим, вот, на такой вот, в принципе, душевная и такая жестковатая, короче, сцена, вот. Следующая серия, отправимся дальше искать тайники, наверное, у нас получится целая серия по тайникам, вот, а потом уже отправимся выполнять спецзадания. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, и с вами был Валерий, всем пока. We'll be right back.